Всем здоров, люди, с вами я, ваш любимчик Влискас. Сегодня я попробую поиграть с братом Брохевен, если эта ленивая жопа не будет ленивой. Ты в этой игре не можешь тонуть. Вот тут фургоны новые добавили. Так, а давай моя любимая машинка? Спою на диване. О, второй день. А я выходит. Я не знаю. Вау, я целую трассу себе в городе построю. Так, вот я уже в городе. Буду Здрасте. Здрасте. С вами король Робок Савлиска. А я где дом поставлю? Вот там, стояны. А. Ну, а ты вот там можешь. Где? Тут все занято. Давай покажу. А. Может, ты тут бы поставил бы лучше? А ты вот эти стрелки не видишь? Вот эти вон. У себя. О, пошли ко мне в гости. Это мой дом. Он же не готов. Там мое лицо. О, Ваня, я себе базу построю военную. Иди ко мне, пупсик. Идешь? Заходи, заходи. Ты как прошел? Крыса ты. Ну ладно. А что тут? Ничего такого, я пошел качаться. Ох, ты меня бачишь? Где ты? Я сбежал. Ваня, меня подожди. Ладно, я ошибочусь. Мне не нравится чуть-чуть твоя шапка. Убери ее. Че стоишь, дружочек? Побежали за мной. Что это за звук? Ваня, хочешь секретку покажу? Иди за мной. Вниз иди за мной. Нам надо в бассейн, ты бачишь? Пошли. Как тебе моя доска? Клоун недоделанный. Я и то красивее тебя. Ты похож на Андрея Аркраса. Тебе надавать? А ты поймай. А ты меня поймай.
Я тебя сейчас собью. Видел, как я прыгнул? Хоп! О! Я с тобой поиздеваюсь. Всё, Тима! Перехожу. О, ща кто-то пиздюлей получит, реально. От меня. Эй, Ваня! Что? Хочешь что-то покажу? Ты где? Смотри, что у меня есть. Военный фургон, бля, зомби-апокалипсис. И ну ничто же твой танк. Забираем танк! Бегом! Бегом! Ваня, твой танк забираем! Подожди, а можно дальше сказать? Да. А что это за игрушка? У меня... Это игрушка, Тима? Минутку. В Брохевене есть полиция. Да, полицию. Ага, едете? Хорошо, я его задержу. Где ты? Я домой пошел. А где его дом? Вопрос. О, я в его доме одевание сам. Ты где? Черный кот, помоги. Теперь нам надо костюм надеть его. Ах ты такой, Тима! Шо? Это ты? Я не Тима, я черный кот! Я черный кот! Иди сюда! Я за тобой вернусь! Полиция здесь не поможет. Полиция слабая очень. Извините, извините, но мы не справляемся с котами. Идите нафиг. Можем аж бомбы аж скинуть сейчас. У вас есть 5 минут, чтобы спрятаться. Туда прятаться. В жопу, потому что я неуязвима еще. Я к ним тоже неуязвимый. А чё ты сделал? Миледи, что сталося? Суперкоты, я давать у Габриэля адреса. Это такое. Какая-то новая статуя. Это, а ты еще шевелится.
Это моя папа. Не понял. Что за жопа тут происходит в городе? Пора его искать. Он не спрячется нигде от меня. Ваня, ты где? Ты дома? Да. Значит, он дома. Надо его найти. Упсик. Выходи по-хорошему. Упсик! Знаешь, что я улечу на самолете? Стоять! Где ты? Машинка. Где ты? А ну, признавайся! Тима, я твою машину украл. Ах ты, сука! Ничего, я тебя догоню! Мразь! Флискаса ты больше не увидишь, если не сдадишься. Где ты? Упсик! Я тебя все равно найду. Ты еще мои все силы не знаешь. Я чую, как ты казал, надо в магазин сходить. Прикинусь продавцу. Покупайте картошку, сосиски. Сегодня только. Все бесплатно. Берите в магазине. Картошки, сосиски. Этот мой домик. Oh.
Чего просто дивлюсь? Я его рано или поздно найду. Что это? А я кем? Не знаю. Тут да, какая-то оба... машина привернута. Деревню. Я думаю, он там. Вот же ж надо же упустить его. Надо найти свою машину. Там, где она будет, там и он будет. Найти его очень сложно. Я, похоже, на деревню какую-то заехал. Так, поворот. Кстати, Ваня, в тебе моя машина пропала? Да. Ха, я так и знал. А ты ее сейчас надо? В смысле? Где ты, пупсик? Я в силе. А если честно, Вань, ты где? Ты на автобусе. Я увидел. Ты самый недалеко от меня. Ты под мостом, я увидел. Пупсик, сдавайся. Лето крыса уже убежал. Меня так никто еще не убегал. Я тебя найду. Твоя мать. Машина врезалась. Ладно, буду идти пешком. Что мне мешает? Я ж кот все-таки. О, больница. Да, у меня глаза, конечно, как у котенка какого-то. В магазине хиба деньги есть? Да. Надо же у меня под носа украсть машину. Надо было прям за ним ехать. Может, я бы его и не упустил бы. Дискотека? Пошла на жопу, так дискотека. Я ищу похитителя машины моей. Ваня, ты случайно не на скутере приехал? На жовтом. Предлагаю прочистить этот магазин, в каком я прокидался продукцией. Не, все, я сдаюсь. Ай, я что-то. А... Пацан, ты в порядке? Алло, ты жив? Ну хотя бы отдохну.
Мальчик, не прячься, я знаю, что ты знаешь, где бискет. Ты просто его от меня прячешь, что я его не трогал. Пупсик. Ваня, хватит ховаться, я вже устав брохавані тебе їздити шукати. Де ж він є? Я вже у скота вибаю скати. Пі-пі! Що за нахрен? Що за сука? Пі-пі! Поверни голову. А ну стой! Я понял. А ну говори, где бискас. А там на лесу. Я из тебя сейчас лес сделаю. А! Ты где? Стой! А! Я тебя у... Моя машинка! Что это было? Ой, я, конечно, не могу. Что у него с машинкой-то? Пи-пи! Стой! Ты в самолет врезался! Ваня, полетели в Америку? Слышь, я сам хочу полететь. Ну, полетели вместе. Заходь в аэропорт, я с тобой сейчас. А я тут открою, кто там. Да. Вань, мама уже пришла. Давай быстрее в Америку. Ты же кажешь, мы просто... Ты в леопорт зашел? Заходь без мене в самолет, я тебе сейчас догоню. Да что, ребята, у нас такой ролик выходит. Очень похоже, а ну задержи его, я хочу посмотреть. Что с мене до заробок всего є? Все, вот я и доехал. Пойдем. О, на. Ты в самолете? Да, я легко. Шо вы так быстро? О, в Америку летим. Осталось найти этого братана. О, здорово, пилот. Что надо? Да тебе. Ладно, пошли со мной, что-то покажу. Мы сейчас в Америку прилетаем. Идешь? Видишь вот этот значок парашюта? Нажмай на него. Смотри, как красиво. Дивись, у мене теж парашут. Дивись. Глянь десь, може ти мене побачиш. Ти що, парашут виключив? Ой-ой, це ти вже виключив. Як він так швидко упав, я не пойму. На горки покатаюсь. Да я тут, чёрт, приземлюсь. Ой-ой. Ваня, лови меня! Я разобьюсь! Лови меня біля полицейского участка. Не, біля бассейна уже. Лови. Ты біля бассейна ж? Да, я в воде. Лови меня. Смотри в небо.
Повернись за стол. Че это за вонялка? Ваня, повернись до фонтана. Иди, иди до фонтана. Повернись трошки. Присаживайся, присаживайся. Что будем делать дальше? Слышь, у меня есть топор, я тебе сейчас все съесть. Ты чё, стреляешь по мне? Да ну! Мы тихенько будем играть в телефоне. Чем мы мешаем? А, уже утро? А ты где? А. Я с тобой еду, можно? За рулем. Не-не-не. Я не умею рулить. Я твою машину угроблю. Иди в хату, значит. Не. Все, я сел. А. Ваня, ты на машину поставил? Мы ехать. Но нет, это дочь, за мной беги. Без обновления у Брохована дочка появился. Знаешь, что было? Тут все затопля. Вем на полицейскую крышу. А, девушка, машина убегает. Для бассейна. Ты где? Я тут, внутрь. Подавись на крышу полицейского участка. Привет, я тебя жду. Заходь. Давай поднимайся, я тебя вижу. Повернись. Тебе нема робокса, в тебе не вийде. Вставай біля мене. Ти мене можеш не бачити, тому що я чорний. Ну чим ми мішаємо? Не буде мешуми. Тільки вона засинає. Той кулачок якийсь, той діжить щось каже. Я часу вкладав. Поки засне погуляйте, там всі гуляють, не жарко. Прохладно, свіжо. Він не знає, тут якусь площадку. Ось свіжте тут. Є там на мой пацан. Буде не мешотка, да? И дома. Mm.
ты думаешь, там не масса плюс, что там будет? Потому что мама хочет нас выиграть. А здесь сколько у нас за сына? А вам дать деньги на напиток? Да. Я хочу напиток. Ешать, покушать. Ну, покушать. Только давай вам добавить. Я вам купила там картошку 3. Так, ти мені стати з 50 гривень, не вернув нічого. У мене там стільки було. З ним там осталось 15 гривень. Це вам так і дало. У мене, мабуть, не окачено. Що, Ваня, ти де? Ваня, я хочу спіти. Ваня, давай тільки не розгляд. Всім пока, ребята.